Во второй части нашего специального выпуска, посвященного возможному объединению Европы, мы хотим поговорить о группе ELAM, которая помогает найти и сохранить традиции стран в процессе объединения. Мы познакомимся также с чудесными пейзажами Дании и ее сегодняшним днем. Предупредить наших зрителей, что в будущем мы собираемся курировать специальные события, которые будут происходить в Испании и Франции. У нас будет возможность знакомить вас с культурными и артистическими событиями этих стран. А сегодня мы просто познакомим вас с некоторыми живописными уголками Испании и завершим передачу ужасной традиции, которая до сих пор жива в Испании. Это бой быков. С ней нас познакомит группа Mad Fever. Третья часть нашего специального выпуска «Европа-92» посвящена году объединения Европы. И мы хотим поговорить об очень интересной группе, французской группе «Le Negre Vert», что означает «зеленое и черное». Эта группа сумела создать свой собственный стиль, вобрав в себя национальную, этническую и традиционную музыку. Давайте послушаем, что из этого получилось. Qu'importe le ciel, quel que soit l'enthousiasme ou la couleur des larmes, de plus en plus je me rappelle. French is all ready. Французы готовы к общению и познанию культур, а их много. И когда Европа в 92-м году откроет все свои границы, будут ли готовы другие страны к такому транснациональному культурному общению? Чтобы вам она понравилась. Всего доброго желает вам Клэр Мац и Блю Найт. Не забывайте, пишите. Наш адрес, как всегда, в конце титров.